Дорогие друзья, я вам покажу одно упражнение даосской техники оздоровления «Ходьба на коленях». Чем же примечательна эта техника, что она дает? Она тренирует наши суставы и мышцы, способствует выработке синовиальной жидкости, которая смазывает наши суставы, чтобы мы с вами не скрипели, да? И замедляет развитие артроза, ускоряет и улучшает доступ кислорода и питательных веществ к нашим хрящам и таким же образом выводит, то есть и устраняет застойные явления. Эта техника вроде бы очень простая, но на первый так взгляд, да, но на самом деле надо ее рекомендуется начинать на четвереньках, потому что мы все-таки с вами уже старший возраст, и вот поэтому ходить мы разучились на коленях, будем учиться на четвереньках. И в таком положении, когда вы будете начинать ходить на четвереньках, да, укрепляются мышцы живота, позвоночника и спины. Только правильно дело держать спинку в тонусе, сами держать. Улучшается работа желудочно-кишечного тракта. Почему? Потому что мы с вами сейчас стоим, да, вот я стою, и мои органы как-то автоматически уже держатся, чтобы они не расползались, как тот кисель. И укрепляются в этом положении еще мышцы малого таза. Потому что когда мы двигаемся именно на коленях, работают совсем другие мышцы. И эта техника не требует каких-то таких особых условий. Самое главное, чтобы было бы мягкий или коврик гимнастический, или ковер на полу хороший, мягкий, или же наколенники, которые вы можете купить в магазине. Очень полезно для женщин, для всех возрастов, и те, особенно те, которые уже родили, рожали, для тех, которые уже со временем начинаются проблемы с перестройкой в организме. Именно для них это... Ну, я вам просто рекомендую, потому что я по себе чувствую, что совсем по-другому стали у меня мышцы работать малого таза. Все, всем благ. Будьте здоровы!